Всем привет, вас приветствует игровой канал SaneGamer. Мы тут по шоку смотрите обзор модов на GTA San Andreas, уже 40-й выпуск. В этом выпуске я взял мод под названием «Ездить по стенам и потолкам». Давайте я вам продемонстрирую. Чтобы включить как бы данную модификацию, нужно нажать C русскую и 1. Код активирован. Это, в принципе, также и выключать. И чтобы поехать, например, по стене, нужно подъехать к этой стене и нажать клавишу 3 на клавиатуре. И вот так мы что-то типа поедем, но это должно, правда, чтобы мы как бы по стене поехали, там у нас немножко крыша. О, это у нас уже начинает с самим этим дергать. С клиплом нужно, конечно же, сразу заезжать. Давайте попробуем на какую-нибудь крышу-то и заехать. Также можно ездить по потолкам, но я что-то не вижу здесь никаких потолков, чтобы вам показать. Нужно, чтобы ездить просто по потолкам, нужно нажать... не 3, а 4. Давайте, например, еще раз. Так, включаем, код активирован. И поехали. Ну, что-то типа вот в этом роде. Как-то вот так вот можно, в принципе, ездить по стенам. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паша. Не забудьте подписаться на канал, также поставить палец вверх и прокомментировать ролик. Всем удачи, всем пока.